Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! В сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники. Судя по описанию медицинского центра, в нем имеются разные категории палат, для более скромных пациентов и для VIP-персон. К описанию каждой палаты прикреплено фото. Некоторые из них выглядят не хуже гостиничного номера. В какой именно палате находится Анастасия, неизвестно, также не указана стоимость пребывания в клинике. Сам центр находится на Рублевке. В клинике имеется все необходимое для восстановления пациентов. Квалифицированный персонал помогает больным в реабилитации не только во время лечения онкологии, но и во время перерывов в сеансах лучевой и химической терапии. Отметим, что семья Заворотнюк признала, что актриса серьезно больна. Родные актрисы моей прекрасной няни попросили молиться за нее. Точный диагноз при этом держится в секрете. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить, сказали близкие актрисы. По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла. Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.